на поле. Ну что, Юрий, подойдем. Я попробую, будет она, не будет греть. Пока везли, они сломались. Втулку с той стороны лопнула. Вон, я видать, откололась по колесу. Блин, а у тебя втулка-то дома есть? А? Втулка дома есть? Ага. Да, это же все время. Ну попробуем, как что. Давай. Поле, я не могу жить. Так. Едем за приоборок. Болтает, куда она? Видишь, что делает? Да вижу, но... Сейчас совсем равноводка и все нахуй. О, гриб будут, однако. Так будет, если не рвалось совсем. Она, может, совсем... Аккорд, ебали в рот. Не, ну а что сделать? Все равно же метать-то надо. Ну так я же выбирать, надо так сразу. Она что так, что так. Сейчас все равно притащишь, их все равно надо разбирать, переделывать. Ну, это понятно. Все, поеду за них. А я не знаю, тут оставить их, что ли? Я, ну да, туда еду. Да я знаю, туда. Ну поехали туда. Замечательная погода. Тишина. Дождика нет. У нас наконец-то прошли дожди. Да, ребят, сегодня 15 число, 15 августа. Всех, друзья, с наступившим медовым спасом. Всем привет, друзья. Меня зовут Владимир Белов. И добро пожаловать на мой канал Деревня Окунева. Вот. Люди ходят отдыхающие. Туристический сезон продолжается у нас. Так что вот так, ребята, так. Предлагаю вашему вниманию. Так, посмотрим на ту сторону. Что тут есть? Предлагаю вашему вниманию вторую часть. Вторую часть, как мы ездили сено метать в сани Грязнову. Александру Николаевичу Грязнову. Моему другу, приятелю. Вот так вот. А нам пофигу все, мы лежим, отдыхаем, да, а что нам не отдыхать, на солнышке пригрелось, пригрелись мы и лежим, отдыхаем, да, а что не отдыхать, мы мышей наловили, да, дом охраняем, лежим, пофигу нам, мы будем лежать. Мы лежим и лежим. Да, мы лежим. Да, чё? Ну чё такое, хозяин? Ну мы исправно служим, работаем. Да, хозяин? Так. Так вот. Сейчас дяденька, мужчина проехал на лесопеде. Скажет, что-то он сам с собой разговаривает. Да. А вот, поэтому мы и сами с собой разговариваем. Хорошо, солнышко припекает. Ляпота. Оно и запаздывает. Ну, конечно. А что, все равно, я не знаю, теперь переделывать.
Не будет. Ну. Они будут хули раздать цены. Ну а что теперь, грабли надо тогда другие брать? Как из этого положения выходить? Ну это так, да. Чтобы это, страховаться. Как быть? Либо грабли, либо колеса резину. Опять включать как будешь. Ну. Включать опять не выходит грань сюда. Ну и на конах точно так же заедает. В тот раз едешь, ни хрена, на собачку хлоп, она скинут скинды, и колесо заедает. Ну и износились собачки храповые где-то. Вот и все. Одно колесо заедает и все, бля. Ну, одно заедает, второе нормально. Равномерно никогда ничего не бывает. Ну это понятно, что. Как говорят, когда никаких нет, то еще лучше. Да. Они тоже все надергают ее бы на врат. Она на покой кому достает? Она вот в одежде достает. Хоть на коне, хоть на этом. Я 2 года назад купил волковый. Только не на две стороны, на одну сторону волковый. Вот. Волковый хорошо. Надо. Приехал, опустил их. Пошел. Собрал, и ряды ровно длинные получаются. И это. Вот, или с обеда начинаешь, или оставляю, знаю, что завтра дождя, допустим, не будет. И тогда начинаешь, это утром приезжаешь сразу. Сразу, сразу. И оно получается волковыми как вспучено. Да, да, она как пышный. Да, 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 пышный. Это вот тебе когда в детстве греб, пирокоп навозили, а потом греть. Эти, блядь, и жатко навоза, еб ты пошел. Да, 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 да. Ты пошел, да что ты, еб твоя работа. Больше всех. Когда же все кончится, больше всех достается. Пошел. Да коп нас возили. Надо сам за ними собрать. Собрать, ага. Кучки этот греб, надо закатывать, закатал. Надо опять по новой сгребать. Да, надо, да, если, да, бабы есть, а баб нету, ну все, и по новой опять идешь ты гребать. Да, 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 да. Да ё-моё. Так и есть. Вот и ждешь, скорее бы обед. Не так коней поить, как скупаться съесть. Вот только ждешь, либо скорее. Так и есть. Ты, конечно, сказал, что коней поить. Ну все, тогда уже все бросаешь. Надо раз прям копном здесь отрежешь, а потом где ты вообще все при подгонену, где ты возьми. Но... Либо эту зеленку возили, не знаю, возили, не возили. Ямы, это вот там неделю есть кость бабы, а потом накладают интересно, подъезжаешь, они в яму. И потом говорит, все же дадут такого, катаешься, катаешься по кругу, закроешь, едешь его. И поедешь по кругу. Ну да, голова закрылась. Пока глубоко занесена яма, а когда вот под самый верх, все уже. И дай бог приедешь домой, типа потный, коньяк дашь, дашь в бане. Почему мокрый? Ты думаешь, скорее до дома доехать на речку. Да, ой, ладно, что делать-то.
Ну да, все правильно. Остановись, так ничего, грабины боюсь, я бы не скинул. Вот он. Ну, надо, да. В первом месте. Вот я тебя. Понятно. Ну, слушай, ты как будто заправки не могут, потому что бывают люди первый раз. Они как-то это... Все, крутят. Ну, конечно, я вижу, а ты... Только не получается, как не пригодилось мне. Куру, да, на тагомет, под тагомет. Скорее, а чё? Как бы не перевернулся. Да, так что если я выйду? Уже не, уже ветер куда-сюда, вот как коробка, знаешь, какая? Да, 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 да. Уже нет, как коробка. Чтоб скорее, закидай. Чтоб скорее закидать эту сетку забить. А вот тут заморозил, заморозил, мне все. Я вот кулаком. Хватит? Хватит, сюда. Вот. Я так зажимать не хочу. Понял, понял, сбоку, ну-ну, сбоку. Ну вот, стажок уже сметали один. Там сейчас Сан Николаевич еще напихает. Еще стажок сделаем вдалеке. Вот так. Начало есть.